Подмосковье установили величину прожиточного минимума на третий квартал 2018 года. Он составляет 12 181 рубль. Прожиточный минимум на душу населения в Московской области во втором квартале этого года составил 12 229 рублей. Для трудоспособного населения 13 528 рублей, пенсионеров 9 137 рублей, детей 12 057 рублей. В дивизии Дзержинского подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2018 год. Лучших военнослужащих отметили государственными и ведомственными наградами. В 2018 году воинские части соединения выполнили 89 задач боевой службы. Более 200 единиц коммунальной и дорожной техники убирают снег в Балашихе. От снега очищают центральные улицы и проезжую часть. Кроме этого, снег убирают с крыш жилых домов и зданий социальных учреждений.